Для их война не просто история, она частка биографии их дедов и прадедов. Новины региона протягивают цикл репортажу про лёс ветеранов Великой Отечественной войны. История наступного нашего героя – история 5 миллионов советских солдат, отшивших все жудости нацистского полону. Полова из них так и не сустрели перемогу. Или Грабенникову, бойцу пушечно-артиллерийского полка, пошастило вернуться до дому. Память про то, что довелось пройти деду и иншим вязням нацистских лагеров, заховывает его внук. Дед Гребенников Илья Кузьмич был водителем тягача, который возил 122-миллиметровые орудия, ремонтировал свой тягач, и налетела авиация, было много жертв. Только после этого им объявили, что началась война. В районе Киева в сентябре 41 года, в одном из боев, когда окружение вокруг Киева было замкнут, он был ранен в ногу, ему оказали первую медицинскую помощь, и с такими же, как он, оставили в одном из сараев на окраине Киева. Вот. Следующий, кто открыл этот сарай, были уже немцы. Так он оказался в плену. Лёс советских военнополонных – одна из самых трагичных сторонок истории Великой Отечественной. Нечаканное нападение, тяжкие умовы первых месяцев войны привели до великих стратов узброения и людей. Многие трапили в полон, где из-за голоду, физичного изнасилия, эпидемий, что день гинули сотнями. В этих лагерях транзитных, когда их выстраивали каждый раз после того, после 3-4 дней не открывали эти вагоны, проводили осмотр. Причем-то такая мне фраза запомнилась, как скотину проверяли. То есть сначала смотрели зубы, заставляли, да, потом, значит, ощупывали мышцы, и после этого следовал сильный удар в грудь. Если человек мог стоять на ногах, его, значит, он уходил вправо, те, кто падал, тех уводили влево. И вот те, кто вправо, те, которые могли устоять, продолжали свой путь, а те, кто влево, уходили в сторону, как дед говорит, в сторону вот этих дымящихся печей. За годы войны у немецкий полон трапили около 5 миллионов советских солдат. Большая частка до дому так и не вернулась. Илья Грабенников был у лику тех, кому пошастило выжить. Але успомина об жудасах нацистского полону болем у сердца отгукались до опошней хвилины життя. Ну, навсегда запомню то, что 22 июня это был день, когда он мог просидеть весь день просто в окна, ни с кем не разговаривая, никуда не выходя, вот просто смотрел в окно. А 9 мая это был для него, конечно, большой праздник, потому что мне кажется, что вне зависимости от того, сколько человек воевал на войне, ну, главное, что он честно, сколько ему было положено или положено судьбой, воевал, прошел, пережил. А то, что он пережил, это, я считаю, тоже большой подвиг для того, чтобы дать жизнь моему отцу, мне, моим детям. Каждый год 9 мая унук ветерана Олег Грабенников приходит на ускраек Бреста, где 22 червня 41-го тримала бой другая рота умацавальнага района. Военный шлях яе бойцов не был протяглым. У первый день войны рота была обстреляна. Маўклівыя сведкі тых падзей – жалезабетонныя доўгачасовыя агнявыя пункты з 2003 года, дзякуючы намаганням унука ветэрана, аб тым адзіным дне і героях, якія засталіся тут назаўсёды, нагадвае і памятны знак. Поиск каждого неизвестного солдата для меня поиск вот моих родственников, которые погибли. Есть много версий. Один пропал в Прибалтике, второй под Сталинградом. Не теряя надежды, что где-то, может быть, кто-то найдет их в то время, когда я вот на этой земле найду другого человека. И в конце концов наследники их, может быть, даже уже правнуки, все-таки обретут своего родственника, узнают его судьбу и место, где он захоронен.